В сентябре посольство работает в новом режиме. Фактически вся Россия будет приезжать сюда, в Москву, в наш визовый отдел. Как вы знаете, не так давно закрылись визовые отделы в Екатеринбурге, во Владивостоке и в Санкт-Петербурге. Произошло массовое сокращение. Инициировали это сокращение наше МИД. Посмотрим, что тут сейчас будет с народом. Ну вот, ух ты. Сейчас, смотрите, подъезжаю вот в посольство. Вот с правой стороны музей Шаляпина. Ну и вот оно, посольство. Кстати, очень много людей с камерами. Я так понимаю, здесь сегодня пресса. Сейчас я ставлю машину и посмотрю, что там происходит. Но не так много людей на самом деле. То, что сегодня больше представителей прессы, чем реальных заявителей на американскую визу. В общем, здесь вот сегодня народ у нас, который стоит здесь, звезды. Все их снимают, спрашивают, откуда приехали. Ну, интересно, сегодня здесь выдался день, особенно для представителей прессы. Такая горячая новость. Итак, посмотрим, как будет работать посольство через несколько дней. Будем держать вас в курсе, я буду снимать через день видео. Сегодня вечером прилетает Катя, послезавтра Алексей. Они будут здесь делать экзит-пол. Посмотрим, как будет выстроена работа посольства.